В Оленегорске прошел второй этап первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов. В соревнованиях приняли участие 115 конькобежцев из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Карелии. В Мурманскую область выезжали 7 спортсменов от Архангельской области. Выше всяческих похвал выступил кандидат в мастера спорта Кирилл Сивцев. В первенстве среди юношей среднего возраста наш спортсмен завоевал 4 медали высшей пробы, победив на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров.